теперь, чтобы переехать жить в другое место, не обязательно покупать новую жилплощадь. Можно просто положить свой дом в карман, а затем развернуть и получить трехмерную конструкцию. Все это стало возможным благодаря современным технологиям. О продвинутой архитектуре в следующем сюжете. Над созданием проекта, который называется «Переведенная геометрия», работают исследователи архитектурной лаборатории из Барселоны. В нем используются треугольные плитки, что делают конструкцию похожими на оригами. При этом каждый соединительный узел может быть изменен. Разработка инновационной конструкции стала возможной после изобретения особого полимера. Мы обнаружили этот новый материал, когда пытались найти вещество, которое может меняться от состояния резины до твердой формы. Нагревая каждый отдельный узел, мы размягчаем материал и затем при помощи вытягивания и надавливания определяем его конечную форму. Когда материал остывает, он принимает новую форму. Прямо сейчас он холодный, твердый и неподвижный, но если снова его размягчить, он легко поддастся трансформации. Полимер разогревается при помощи электропроводов и становится эластичным при температуре 62 градуса по Цельсию. Желаемая форма придается конструкции при помощи беспилотников. Они же поддерживают постройку, пока она остывает. На это нужно всего 2 минуты. Этот проект предоставляет нам возможность брать наши дома с собой или изменять их в зависимости от наших нужд. Если наша семья растет, мы расширяем наш дом. Или в зависимости от цвета и температуры снаружи, мы можем сделать его более прозрачным или полупрозрачным. Наш дом будет способен адаптироваться. Мы даже сможем положить его в карман, а затем развернуть и получить трехмерную конструкцию. И хотя разработчики признают, что мы вряд ли увидим такие дома в ближайшем будущем, сама технология может применяться для отделки фасадов и интерьеров уже сейчас. Максут Меделканов,